Вот интересно на мое видео эффект осознания. Игнатий Петрович, я полностью согласен. А я как бы для себя сделал недавно вывод, что есть невежество и карма, которые стоят на пути. Если человек с помощью знаний начинает понемногу рассеивать невежество в той или иной области, то и карма в соответствии отступает на шаг назад и открывает те или иные двери и возможности для дальнейшего движения вперед. Это всего понемногу 74 великолепное замечание. Великолепно. То есть вот мы с вами, это вообще канал для думающих, самостоятельных людей, которые хотят самосовершенства, которые хотят какой-то новизны, которые хотят новых знаний, а не старого там. Вот, так вот здесь вот как раз, когда человек осознает, что он все-таки, ну, по большому счету, частица Божья и обладает, и, следовательно, обладает его возможностям или хотя бы частью его возможностям в виде Творца, он начинает совершенно по-другому относиться к жизни, он начинает совершенно по-другому действовать, чувствовать себя. И, естественно, открываются новые возможности, новые двери, новые вот это вот все, понимаете, даются новые силы. И происходит, естественно, сжигание прошлых каких-то негативных наработок. Великолепный отзыв.